в этом фильме мы попытались воссоздать День артиста, соединив в нем много дней труда, поисков, размышлений. Сегодня у нашего микрофона народный артист Советского Союза Михаил Ульянов читает сонеты Расула Гамзатова. Давай бродить в горах или степях, под снегом севера, под солнцем юга. Поедем на собаках, на слонах, пойдем пешком, взяв за руки друг друга. Мы реки бурные переплывем, пройдем леса друг друга обнимая, иль крыльями своей любви взмахнем и вдаль умчимся с журавлиной стаей. И горы мира, села, города любовью нашей будут восхищаться. Людское зло и смертная вражда самих себя, быть может, устыдятся. Порой влюбленных лани, видя взгляд, стрелок и тот стреляет не впопад. Ты говоришь, что должен я всегда беречь себя во что бы то ни стало. И так я прожил лишние года, хоть я и не берег себя немало. Как много было у меня друзей, но и своих друзей не смог сберечь я. И многие ушли в расцвете дней, давным-давно, еще до нашей встречи. Как можно уберечься от забот, от горя, боли, от переживаний, от времени, что торопясь идет, считая наши годы и деяния? Пусть я не берегусь, но бережет меня от бед твое существование. Бывает в жизни все наоборот. Я в этом убеждался не однажды. Дождь размывает даль, что солнце ждет, сжигает солнце степь, что влаги жаждет. Приходит приходящий не в срок, нежданными бывает зло и милость. Я и тебя не ждал, и ждать не мог в тот день, когда ты в жизнь мою явилась. И сразу по-другому все пошло. Стал по-иному думать, жить и петь я. Что в жизни так произойти могло, не верится мне два десятилетия. Порой судьба над нами шутит зло. А как же я? Мне просто повезло.
подери, дам пам пам. Мы должны узнать имя принца. Да, зови скорее сюда Тарталью, Панталону. Действуй, действуй. Вот здесь. Я говорю, вот здесь. Есть чем сбить с толку их высочество. Ну, пошли. Да куда ты меня так? Ай, меня! Как это куда? Пригела нас вызывает на конференцию. Ну какая там еще конференция? Я еще уроки не сделал. Какие уроки? Сегодня воскресенье, уроки. Никакие вы не воскресенье, у меня все время уроки. Ну подожди, я сейчас посучу. Ну, ты ладно, ну что ты, он же в кабинете сидит. Тебе можно в кабинете? Входите, входите, ребят, входите. Что нам нужно? Нам нужно узнать имя принца. Нам нужно узнать имя принца. Тихо, не кричи, Панталона. Он же все услышит, все узнает. Да он же все услышит, все узнает. Тихо. Да что вы все скрываете от него? Тихо, тихо. Он все равно знает свое имя. Да нет, ну, тихо, что значит знает? Мы же его должны запутать в сеть. Ну, мы же должны его запутать в сеть. Да тихо ты. Да не кричи. А для того, чтобы запутать его в сети, надо нам договориться о пароле. Аж, идите сюда. Это что это такое? Пароль-то, пароль. Ну что это такое? Пароль, да. Это такой шифр. А, это шифр, такой шифр. При чем тут шифр? При чем тут шифр? Что ты со своей дачей, богу, всему театру плес проел? Шифр, шифр, не шифр, а шифр. Ну шифр. Что это такое? Такое слово, о котором мы договоримся, которое я понимаю, ты понимаешь, он понимает, оно понимает, а больше никто не понимает. Подожди, я не понимаю. Тоже не понимаю? Объясни, пупу я. Ну что, вы не были ни разу в кинофильме, же не видели фильм какой-нибудь детективный. Там ведь как? Там ведь не так говорят, не так просто. А так, знаете, договариваются. Например, один другому говорит: у вас продается славянский шкаф. А все, а другой ему отвечает: шкаф продан, осталась софа. И никто ничего не понимает. Попробуй, попробуй. Я попробую. Давай, ты будешь шпион. Давайте, давайте. Ну, я их не хочу быть шпионом. Ну, ходите быстрее, ходите, веселее, веселее, ходите, веселее. Я тебя не вижу, как будто. Я тебя не вижу. Зачем? Алёша, ты продаешь шкаф? Я? Да. Ну, вообще продаю. А почем? Подожди, ну, подожди, подожди. Ну, при чем тут почем? Что ты торгуешься, как на пировском рынке? Я говорю, да не почем надо говорить, а надо говорить, шкаф продан, осталась софа. Ну, давай еще раз. Давай, еще раз. Давай сначала. Давай. Я не жалею. Я тебя не вижу. И я тебе, как будто. По наружке я тебя не вижу. Ну, ходи быстрее, ходи веселее. Да. Как будто я тебя не вижу. Калоша, ты продаешь шкаф? Шкаф продан, осталась софа. Хорошенькая. Кто? Софа. Какая? Ну, которая осталась без шкафа. При чем тут без шкафа? Вы ничего не понимаете. Ну, куда они? Ой, шпионы. Куда их? Надо же, чтобы этот принц, у которого имеются редкие, отдельно встречающиеся недостатки, он должен клюнуть. А на что он может клюнуть? Ну, на что? Мой взгляд, он может на деньги клюнуть. Может, я поклюнул. А знаю, ты на каждом концерте клюешь. Известно. На шмутки он может клюнуть. Может, ты может, бы клюнул. И клюнул бы, вот, брюки, тарелки модные. На женщин он может клюнуть. Может, вот он бы клюнул. Клюнул бы? Да. Да, когда-то я клевал, а теперь они меня клюют. А ты уже не клюешь? На мотыля! На кого? На мотыля. На какого мотыля? Ну ты же сказал, на что может клюнуть принц? На мотыля же лучше еще клюет. Ну подожди, он же принц! Он же не карась какой-нибудь озерный, он же принц! Уйдите отсюда! Уйдите, вы ничего не понимаете! Вы ничего не понимаете! Уйдите отсюда! Уйдите, я вам сейчас покажу, как это работает. Ваше Высочество, Ваше Высочество, вы головой рискуете. А почему бы моё не застраховать? Предположим, вы потеряете голову, а вместо неё на руки получите 2 рубля 87 копеек. А для этого нужна только ваша фамилия, а? Ну, 3,62. Ну, счеты 12, пойдёт? Слушайте, он не берёт. Да ну его нафиг! Такую сумму предлагает, а он копеется.
давай, что? Я придумал, ты беги в магазин быстренько, понял? Я пошел в гастроном. Я знаю, что нужно сделать, ребята. Надо этого принца подпоить. Правильно. Когда его высочество захмелеет, он тут же проговорится. Ваше высочество. Мы решили вашу честь устроить такой небольшой кок. Ой, ребята, я, кажется, несу. Да? Да. Я еще раз попробую с разбегу. Несушка? Коктейль! У вас штопор, отштопоривайте, пожалуйста. Тихо. Что вы делаете? Отдайте обратно бокалы. Отдайте обратно бокалы. Ведь это же надо делать поинтеллигентнее. А как это? Ну, я сейчас вас научу. Ну. Разбирайте, пожалуйста, бокалы. Ну что вы на самом деле как в молодежном кафе? А что с тобой, тихо? Вы можете это делать поинтеллигентнее. Пришли ко мне. Будь здоров. Ваше высочество, я вообще давно мечтал выпить с вами на бутерброд. Да нет, под бутерброд. Нет, это я ошибся. И правильно, это он ошибся. Это меня один милиционер научил правильно это слово говорить. На брудер штраф. Ага. Ну, давай, поехали. Давай. Эти желтенькими штуками. Ой, ошел. Послушай, Тарталья. Да. Что это за гадость? Это рыбий жир. И я его пью давно, 6-месячного возраста. И как видите, костюмчик еще не першивал. А из чего ты его гонишь? Из натокения. Ну да, да, еще. Ну-ка давай распробуем. Я знаю, что. Ваше высочество, а это действительно как-то неудобно получается. Почему? Потому что мы пьем. Пьем, мы даже не знаем, за кого мы пьем. Как будет ваша фамилия? Молчит. Выпьем. Стукнемся желтенькими. Дай бог не последнее. Вы еще не привыкли, оно тянется. Товарищи панталоны, слушай мою команду. Хорошо. Под ну шеренгу стройся! Ты что, окатил? Миша зовут не панталоны, а панталоне. Одна. Одно панталоне. Не, один панталон. Нет, старик, ты неправильно это слово распрягаешь. Нужно сказать одне панталоны, потому что вас уже двое. Вот, ты смотри, их уже четверо. Так мы же беспрерывно размножаемся, как из икры. Друзья мои, вы только гляньте-ка, а нас уже целый аквариум. А мы все вместе, почему-то мы не можем узнать имя какого-то там принца. Мы узнаем. А вот мы сейчас выпьем. Выпьем по рюмочке в последний раз. И уж тут он наверняка проговорит. Дай бог не спасения. Я больше не хочу. Я придумал кое-что. Слушай, друг. Ты меня уважаешь, да? Я тебя уважаю. А что ты придумал? Ты куда пошел? Ты куда? В народ. Куда? К зрителям. Друзья мои, сейчас мы посмотрим вот по этой программке, кого играет этот Хун Вэйбин, и сразу узнаем имя принца. Вот что я придумал. Молодец. Не щекоти меня, бородой. Да что? Не щекоти мною, бородой! Ты что делаешь-то? Ты знаешь, панталошка на кого ты похож без бороды? На кого? На маму он похож. Причем тут мама? Причем тут мама? Не на маму. А на кого? На Иисуса Христа. Ой, правда? Да. А ты знаешь, ты не первый мне об этом говоришь. Честное слово, вот я дальше вошел в троллейбус.
И мне такая одна очень интеллигентная пожилая дама говорит: «Господи, куда ты прешься?» Айда! Куда? Айда! Сэте челкунчик. Сэте. Подожди! Первоклассники какие-то собрались. Чего тебя учат, мол, сэте его надоел? Я без бороды плохо вижу. Оттяни немножко. Во, глянь, во! Вот. Чего-чего сам. А чего ты сам? Сам. Грамотеи. Убивать надо таких грамотеев. Во, глянь. Вот. Червячки. Не червячки, а риха. Лето. Что ты насчет отпуску? Лето, ты что говоришь, лето? Это же Москва. Да нет, друзья мои, это же мы в оперный театр попали. Это совсем не то. Сейчас я все выясню. Тихо. Ваше высочество, ты признайся нам семерым, где ты работаешь, а? Что ты конверсируешь? Что ты с ним разговариваешь? Он слова не может выговорить. Он же спьян, дрободан. А ты что хочешь? Арестовывай его скорее. Да, арестовывай. Вот этого гражданина в желтой баллоне. Э? Ну вот это плащ-палатка. Вася Высочество, следуйте вперед меня. Смотри, еще угрозить. Что ты наделал? Ты зачем его отпустил? Он дойдет. Как? Он дойдет. Ну как? Я дошел, и он дойдет. Ну вот еще один дошел. Что с тобой? Если бы вы знали, друзья мои. Тартальонович. Если бы вы только знали. Ну что, Сережечка? Если бы знали вы. Что? Что? Как мне дороги. Сказала нам их высочество про свое житье бытие. Не назвал он нам имя отчества и свое фамилию. Я не кстати, я ведь и уйду. Кстати. Милости просим, входи. Что так смотришь? Садись. Парфен, скажи мне правду. Ты знал, что я сегодня приеду в Петербург или нет? Что ты приедешь, я так и думал. И видишь, не ошибся. А почем я знал, что ты сегодня приедешь? А хоть бы и знал, что сегодня.
Из-за чего же так раздражаться? А ты к чему это спрашиваешь? Выходя из вагона, я увидел пару совершенно таких глаз, какими ты сейчас сзади поглядел на меня. Вон, а чьи же это были глаза-то? Не знаю. Мне даже кажется, что померещилось. Мне начинает что-то мерещиться. Я, брат Парфен, чувствую себя вроде того, как бывало со мной лет 5 назад, когда припадки приходили. Ну что ж, может, и померещилось. Чего бы мне на вокзал ходить и глядеть на тебя? Да. Померещилось, наверное. Дела-то как? Ну, по наследству ведь из-за них-то ты в Москву ездил. А, я не понял сразу. Да все устроилось по этим делам. Правда, нашлись кредиторы, которые... Ну, да бог с ними. Да ты ведь и не слушаешь. В Москве, я гляжу, ты по моде оделся. Не узнать тебя. Да ведь видел ты меня в Москве в платье-то этом. Что ты? Правда? Ну. Вот видишь, каково мне в Москве было. Даже не помню ничего. И верно, как убежала она тогда чуть не пьяная в Москву-то, да как кинулся я за ней. Ладно, что вспоминать. Давно мы, князь, не виделись с тобой. Я про тебя такие вещи слышал, что как будто и не ты. Ну, мало ли, что не наскажут. Однако ж ты всю компанию разогнал. Сам вот в родительском доме сидишь, не проказишь. Что ж, хорошо. Дом-то твой теперь? Дом матушки. Не сюда, через коридор. А где твой брат живет? Брат Семен Семенович во флигеле. Семейный он? Вдовый. А тебе для чего это нужно? Да так. Я вот сейчас твой дом, подходя, за 100 шагов угадал. Почему так? Твой дом имеет физиономию всего вашего семейства и всей вашей рогожинской жизни. А спроси, почему я это заключил, ничем объяснить не могу. Видишь, этот дом еще дедушка строил. Мрак-то какой. Мрачно ты сидишь. А это уж не отец ли твой? Он самый и есть. Это вот его кабинет и был. Свадьбу-то здесь справлять будешь? Что? Свадьбу, спрашиваю, здесь будешь справлять? Здесь! Скоро у вас. А сам знаешь, от меня ли зависит? Парфен, я тебе не враг. И мешать тебе ни в чем не намерен. Я тебе об этом и в Москве говорил, и сейчас повторяю. Когда в Москве твоя свадьба шла, я тебе ни в чем не мешал, ты знаешь. Она сама ко мне бросилась чуть не из-под венца. Спаси меня от него, то есть от тебя. Вот что она мне тогда сказала. Потом и от меня убежала. Ехал же я сюда, имея намерение уговорить ее за границу поехать. Для поправления здоровья. Она очень расстроена. И телом, и душой, и, по-моему, в большом уходе нуждается. Сам я ее за границу сопровождать не хотел. А имел в виду все это без себя устроить. Говорить тебе истинную правду. Я ведь тебе и прежде растолковал, что я ее не любовью люблю, а жалостью. По-моему, я это точно определяю. Ты тогда говорил, что эти слова мои понял. Правда ли? Понял ли? Вон, как ты ненавистно смотришь. Я пришел, чтобы успокоить тебя, потому что и ты мне дорог. Я очень люблю тебя, Парфен. А теперь уйду и никогда не приду. Прощай. Посиди со мной, князь. Посиди. Я тебя давно не видел. Посиди.
А вот во мне так нет никакой к ней жалости. Жалеть еще. Она мне теперь во сне снится каждую ночь. Все, что она с другим. Надо мной смеется. Да так оно, брат, и есть. Ты еще не знаешь, что она надо мной в Москве выделывала. А денег-то, сколько я перевел. Да как же ты теперь женишься? Как потом-то будешь? Ой, как страшно ты на меня поглядел. В Москве я ее тогда ни с кем изловить не мог. Хоть и долго ловил. Знаешь, что тогда я ей сказал? Ты под венец обещалась. В честную семью входишь, а знаешь ты теперь, кто такая? Ты говорю, вот какая! Сказал! Я, говорит, тебя теперь, может, и в лакеи взять не захочу, не то что женой твоей быть. Ну, я и кинулся на нее, и тут же до синяков и избил. Быть не может? Ой, говорю, было в Москве. Полторы сутки ровно не спал, не ел, не пил, из комнаты я не выходил, на коленки перед ней становился. Интересно мне вдруг говорит, с какой ты ненавистью обо мне думаешь? Да нет, говорю, я не с ненавистью о тебе думаю. А как? А вот как я о тебе думаю. Только встанешь с места, пройдешь мимо, а я на тебя гляжу и за тобой слежу. Прошумит твое платье, а у меня сердце падает. А выйдешь из комнаты, я ведь о каждом твоем словечке вспоминаю, каким голосом. И что сказала? Через час она мне и говорит, а все-таки ты не лакей. Я прежде думала, что ты совершенный, как есть, лакей. Тут и свадьбу назначила. Свадьбу назначила, а сама избежала отсюда. Петербург. Живет в Павловске, на даче. Так я, поверишь ли, не побывал ее, у нее еще ни разу. Боюсь, что выгонит. Хорош жених. Опять ты, Нацов, портрет усмехнулся. Мне на мысль пришло, что если бы не было этого и напасти, не переключилась бы эта любовь, так ты, пожалуй, точь-в-точь, как твой отец бы стал, да и весьма в скором времени. Что? Только день, как бы и думал. Что это ты вскочил? Да ведь точь-в-точь она это же самое говорила недавно, когда тоже этот портрет разглядывала. Чудно, как вы во всем заодно теперь. Да разве она уж была у тебя? Была. На портрет долго глядела, про покойника расспрашивала. Ты вот точно такой бы и был. Усмехнулась мне под конец. Сел бы в своем доме со своими скопцами, пожалуй, и сам бы в их веру под конец перешел. И уж так бы ты свои деньги полюбил, что не 2 миллиона, а, пожалуй, бы 10 скопил, да на мешках своих с голоду и помер. Потому у тебя страсть. Все ты до страсти доводишь. Вот точно так и говорил. Почти точь-в-точь этими словами. Вот эту книгу увидел у меня. Это ты хорошо сказала, так и делай, читай. А я тебе реестрик составлю, какие тебе книги первонаперво надо прочесть. И никогда она со мной так не говорила. Так что даже удивила меня. Первый раз, как живой человек, вздохнул. Я этому очень рад, Парфен. Очень рад. Кто знает, может, Бог вас и оставит вместе. Никогда не будет того. Неужто ты и впрямь, князь, до сих пор не спохватился, в чем тут все дело? Не понимаю я тебя. Другого она любит. Вот что, пойми. Точно так, как я ее люблю теперь. Точно так она другого теперь любит. А другой этот, знаешь ты кто?
Это ты. Я? Ты! Она тебя тогда, с тех самых пор, с именин-то и полюбила. Только она думает, что выйти из-за тебя невозможно, потому что она будто бы тебя опозорит и всю твою судьбу сгубит. Тебя сгубить и опозорить она боится. А за меня, значит, ничего, можно выйти. От каково она меня почитает. Это тоже заметь. Она избежала тогда от тебя, потому что сама спохватилась, как сильно тебя любит. О чем думаешь сейчас, а? Что ты, Парфен, что ты? Ни о чем я не думаю. Не верит. Что же не веришь мне? Ведь сказал же, что ни в чем не буду мешать. Из-за одной жалости, сломя голову, прискакал, так что ли? Ну, вон как ты говоришь со мной, вон как говоришь. Оставь! Я как будто знал, когда въезжал в Петербург, как будто предчувствовал. Не хотел я ехать сюда, я хотел все это здешнее забыть. И сердце прочь вырвать. Ну, прощай. Да что ты? Смотри, и сам не замечаю, как беру. Ты листы им, что ли, разрезаешь? Да, листы. Постой, садовым ножом? Ну что, нельзя, что ли, садовым разрезать? Так ведь он совсем новый. Что новый? Что, я не могу купить сейчас новый нож? Можешь, конечно, можешь. Я совсем не о том и спросить-то хотел. Я не помню, о чем. Это припадок близится, становлюсь рассеянным. Да, припадок. Ну, прощай. Не сюда. Ой, прости, забыл. Сюда, пойдем, я укажу. Где живешь? В гостинице. Весы называется. Весы? Весы. Знаю. А что, Лев Николаевич, веруешь ты в Бога или нет? Что это ты вдруг спрашиваешь? Ну ничего, так я и прежде хотел спросить. Многие ведь, но они не веруют. Насчет веры... Я на днях один случай имел. Шатается, вижу по деревянному тротуару пьяный солдат. Подходит ко мне. Купи, барин, крест серебряный. За 2 гривны отдаю. Серебряный. В руке у него крест и должно быть только что себя снял. На голубой крепко заношенной ленточке. Только не серебряный, а настоящий оловянный, с первого взгляда видно. Я вынул 2 гривны и отдал ему, а крест тут же на себя надел. И по лицу солдата видно было, как он доволен, что надул глупого барина, и уж без сомнения он тотчас же отправился свой крест пропивать. Вот, Парфен, как дело с верой-то обстоит. Я этого христопродавца подожду осуждать, а, Парфен? Потому я в русскую душу начинаю страстно верить, Парфен, страстно верить. О, есть что делать на нашем русском свете, верь мне. Ну да что, прощай. До свидания. Лев! Лев Николаевич! Крест тот, что у солдата купил при тебе! Да, покажи мне, отдай мне! Зачем? Носить буду, а тебе свой отдам, ты носи! Поменяться крестами хочешь? Изволь, Парфен, или так. Я рад. Побратаемся. Только твой золотой, гляди. Не мой он теперь твой, ступай. И мне, и тебе пора. Да дай же я хоть обниму тебя на прощание. Странный ты человек. А знаешь, почему я побрататься решил? Чтобы не убить тебя. Что ты? Что ты, Господь, с тобой? Что ты? Бери ее, коли судьба. Уступаю. Помни, Рогожин, уходи!
Эта встреча с Достоевским первая? Да. Первая, но, что называется, незабываемая. Не потому, что я считаю это своей удачей, а просто потому, что каждая встреча с героями Достоевского и с Достоевским – это, конечно, великая школа для актеров. Я бы даже сказал такую, может быть, и не всеми приемлемую мысль, что Достоевский более сложен и страшен для актера, чем Шекспир. Правда, по-моему, Шекспира можно придумать. Да, можно, да. Может быть, Гамлет Высоцкого, может быть, Гамлет Пол Скофилда, может быть, Гамлет, может, сотни Гамлетов, и это вот Гамлет. Вопрос другой, принимаю я там Смартуновский Гамлет, принимаю или не принимаю, нравится или не нравится, но это решение. А в Достоевском, мне думается, можно только, есть единственный путь, ничего не придумаешь рядом с этим океаном, можно только... в меру своего, так сказать, дыхания и объема твоих легких нырнуть в эту глубину, да сколько тебе хватит, так сказать, пока тебе не нужно будет вынырнуть обратно. Ну и вот в этом, конечно, огромная трудность и огромная школа, вероятно. Моя вторая встреча с Митенькой Карамазовым и еще больше меня утвердила в этой страшной мысли, что после всякой встречи ты уходишь подавленный этим величием. Нет, я говорю глупость, не величием, а этим бесстрашием погружения в человеческую душу, в человеческие взаимоотношения, в этом бесстыдстве, так сказать, в разборе. И ты сам потрясенно теряешься перед бесконечными проблемами. И поэтому, конечно, Достоевский это величайшая школа для актеров. Что, государь, прикажешь мне? С тех пор, как Клеопатры нет, я прозябаю так недостойно, что стыжу богов. По-прежнему ли я, Эрос, пред тобою? Да, государь. Бывают испарения, фигурою дракона или льва, или медведя, или замка с башней, или обрыва, или ледника с зубцами, или голубого мыса с деревьями, дрожащими вдали. Они огни вечерней мглы, их формы обманывают глаз, ты их видал? Да, государь. То, что конем казалось, внезапно растворяется во мгле, сливаясь с нею, как вода с водой. Да, государь. Твой командир теперь такой же самый призрак, милый Эрос. Я все еще Антоний, но с трудом удерживая эту оболочку. Я отвоевал и больше не солдат. Прощайте, латы, вы погнуты навеки. Клеопатра, я догоню тебя и попрошу в слезах прощения, так мне будет легче. Я лягу, полно по углам шататься отныне все. Движение лишний труд, и каждый шаг топтание на месте. Ну что ж, осталось приложить печать, а там конец, все ясно. Ты обещал мне, Эрос, если в жизни меня настигнет ужас или стыд, убить меня по первому желанию. Но вот такая надобность пришла.
Пойми одно, ты не меня уложишь, а Цезаря. Расстроишь торжество. Ты побледнел? Батарея, дружок. О, боги! Мне сделать то, что тучи вражьих стрел парфянских не могли. Хотел увидеть господина в Риме из окна с закрученными за спину руками, с хермом на шее, с краской на лице, среди пленников обозе за квадригой смеющегося Цезаря? О, нет! Вот! Видишь, уберечься можно только смертельной раной. Размахнись мечом, которым ты принес так много пользы. Прости меня! Я волю дал тебе, ты клялся сослужить мне эту службу. Действуй же! А то все предыдущие твои услуги одна случайность. Где Лу? Где твой меч? Так отверни. Лицо свое в сиянии непроходящей славы. Хорошо. Меч вынут. Вынуть мало. Бей наотмашь. Ну что же ты? Мой любимый государь, военачальник мой, император! Перед тем, как нанести удар, позволь сказать тебе прости! Я позволяю, уж ты сказал! Прощай, великий вождь. Размахиваться! Да. Мне не придется оплакивать Антониеву смерть! Как надо было. Самому, не трогая тебя, распорядиться. Ты, царица Эрос, далеко меня опередили чувством долга. Но я просватал смерти и спешу к ней вслед за вами. Твой начальник Эрос кончает жизнь твоим учеником. В приеме этом я твой подражатель. Что это? Я еще живой. Живой. Эй, стража! Приходите! Я опоздал. Пожалуйста, друзья, прикончите меня. Убейте насмерть, хоть из любви ко мне. Совершилось. Нет никого. Я понял, что приверженцы твои должны бежать. Чтоб к Цезарю проникнуть, я меч Антония ему снесу. Где Марк Антоний? Вот он. Он отходит.
Что ж ты не отвечаешь? Диомед, вы меч и прекрати мои мучения. Я послан Клеопатрой, государь. Когда она тебя послала? Только сейчас. А где она? Укрылась в склепе. Ей чуяло, что здесь случилось что-то. Когда она узнала, что ее без доказательств подозревают в сношениях с Цезарем, и что тебя не вразумить, она сказать велела, что умерла. Но чтобы избежать дурных последствий, скорости послала открыть тебе всю правду. Но боюсь, я опоздал. Да, милый, слишком поздно. Мою охрану кликни. Демет. Особая охрана, государя! Охрана, говорю, лезь сюда! Снесите, милая, меня к царице, и тем отдайте мне последний долг. Приподнимите на руки меня! Все-таки остановимся на этой сцене, Михаил Александрович. Ну, давайте на этой сцене остановимся. Ну, как-то вы не очень уверенно это сказали. Она чем-то смущает вас. Да нет. Меня, в общем-то, смущает другое, что не каждый, вероятно, театральный спектакль поддается переводу на язык кино и телевидения, потому что романтический спектакль, приподнятый, Шекспир. А на экране все вот это немножко не так, как, как бы хотелось, да. Ну, я не знаю, может быть, и так можно назвать. Но, в общем, есть какая-то тут, есть какая-то непередача того, что существует, как мне думается, на театре. В этом есть, вероятно, и закономерность какая-то, но от этого не легче, если знаешь эту закономерность. Понимаете, законы и театра, и кино разные. И как я играю в театре, так я не играю в кино. И хоть я, в общем, по опыту-то я старался переводить, но все равно уже есть мозоли, есть уже наработанные, и я ничего сделать не могу. Но это все-таки кино, а мы телевидение. Мне кажется, что театр к телевидению при переводе на телевизионный язык требует меньшей, в общем, А может быть и больше. А может быть и больше, потому что мне думается, что вот эта приближенность, вот что называется, к дому, она требует какой-то... Мне вот думается, что Георгию Александровичу Толстоногову удалось перевести мещан на язык телевидения, сообразуясь, так сказать, с языком телевидения, с его требованиями, с его какой-то приближенностью к душе, приближенностью к какой-то внутреннему миру, да, внутреннему миру героев. Потому что есть вот какая-то большая сила телевидения в этом.
Вот, Зоя Демьяновна, знакомьтесь, наш знаменитый директор. Ну, вас я уже заочно представил. Наконец-то вы к нам пожаловали. Не по своей воле, правда, Романенко? Друянов. Ну, по своей, не по своей, но у меня в гостях. Прошу, прошу. Кофе? Благодарю. Я слыхал, Зоя Демьяновна, вас многое связывает с нашим городком. Партизанила я здесь. Осенью 43-го под Красным Логом погиб почти весь отряд. Молодцы ваши горожане. Какой памятник ребятам поставили. У меня нет настроения ругаться с вами, Игорь Петрович. А совершенно верно. А зачем же ругаться-то? Ругаться-то зачем? Так ведь я другого выхода не вижу. Нам нужен котел в этом году. Ведь отпуска нашей ГРЭС, Камышинской ГРЭС. Я знаю, знаю. Зависит строительство и реконструкция 42 предприятий нашей области. 42! Огромный химический комбинат, наконец. К тому же наша ГРЭС будет обслуживать еще 5 областей. 5! Но вы хотя бы отдаете себе в этом отчет? Отдаю, Зоя Демьяновна, честное слово, отдаю. Ну, кроме того, существуют сроки поставки, утвержденные правительством. В конце концов, не вы же один строите нашу ГРЭС. И москвичи, и ленинградцы, и уральцы все обязуются в срок выполнить свои обязательства. А вы срываете сроки поставки котла. Когда мы его получим? Зоя Демьяновна, посмотрите на меня. Ну, разве я похож на злодея, на вредителя, на шпиона, наконец? И если я принимаю решение о переносе срока поставки, то, вероятно, прежде всего я беспокоюсь за интересы своего завода. Охотно верю. Да и не злодей вы действительно. Но интересы завода, даже такого ведущего, как ваш, и интересы области, это две вещи несоизмеримые. Совершенно с вами согласен. Совершенно. Как, впрочем, интересы области и интересы государства. А кто вам дал право решать, на чьей стороне интересы государства? Вы что, Госплан, правительство, Центральный комитет, наконец? Да нет, я только директор завода теплоэнергетик. Кстати, назначенный правительством, согласованный с Госпланом и утвержденный Центральным комитетом. Ну что ж, в таком случае надо перенести разговор в другое место, который будет компетентно принять решение. Зоя Демьяновна, посидите. Ну, я вас прошу, посидите. Ах, Зоя Демьяновна, а у меня была мечта, что мы с вами придем к общему решению, единым фронтом, фронтом монолитным, окрыленные и убежденные, с тихой радостью. Придем вышестоящие инстанции и скажем, у нас нет претензий друг к другу. Мы работаем рука об руку, и товарищи нас поймут. И дадут нам по ордену. Маниловщина какая-то. Вы вообще-то в курсе наших трудностей? Постольку, поскольку. Так тогда вам должно быть ясно, что наш котел, дорогая Зоя Демьяновна, это техника завтрашнего дня. Наш котел может заменить энергию целой реки. 800 тысяч киловатт! 800! Но мы завалим этот план, и ваша же ГРЭС не будет пущена еще минимум 5 лет, если мы согласимся с планом и с вами тоже. Так все бы это можно было понять, Игорь Петрович. Но ведь план-то утверждался не вчера, и даже не неделю назад. Ну, можно было предупредить, что ли, глядишь, и мы перестроились. А зачем мы польстились на новую-то конструкцию? Строили бы по-старой, а до всего передовые не рветесь. А жить надо тихо, Зоя Демьяновна, тихо надо жить, с оглядкой, не торопясь. Тут я смотрю, ваш завод из передовых не выходит.
На всю страну гремит вон уж сколько лет. Гремим, гремим. Вот теперь и расплата за этот гром. Ну ладно. В конце концов, мы с вами не купцы на Нижегородской ярмарке. Я тебе, ты мне, на остальных плевать. Зоя Демьяновна, я вам еще раз хочу объяснить. Новый котел Березовского современен. Но, к сожалению, многие цеха нашего завода еще далеки от его требований. Поэтому лучше перенести срок поставки и создать произведение искусства, чем по плану в лужу, извините, сесть. А ведь на вашем заводе проведена реконструкция, Игорь Петрович. И если она не доведена до конца, то это уж ваша вина, товарищ директор. И вы здесь никакими интересами государства уже не прикроетесь. Я вообще давно замечала, что местнические интересы – это, как правило, прикрытие местных недостатков. Я впервые сталкиваюсь с таким положением. Вы что считаете? Управы на вас не найдется? Зоя Демьяновна, вы работаете в области, которая зерном богата. Урожаи у вас высокие, правда, не всегда. Вы, простите, в 63-м году какой пост занимали? Я? Да, вы. Была председателем райисполкома. Председателем райисполкома, значит, районом руководили. Так почему же вы нас хлебушком не обеспечили? Все советов и директив слушали, указаний ждали. А задумывались вы тогда, почему не голодал народ? Откуда пшеничка появилась? На какие шиши куплена была? Да если бы не тот проклятый 63-й год, когда мы плюнули на реконструкцию и стали гнать котлы для продажи на валюту, мы, может быть, сейчас не один, а три новых котла-агрегата могли освоить. Ничего, дорогая Зоя Демьяновна, даром не проходит. Сегодня мы за ваши ошибки расплачиваемся, а я вот не хочу, чтобы вы завтра за мои расплачивались. Вот так в жизни! Зоя Демьяновна, в 63-м году мы начали реконструкцию завода. Даже перестали выпускать продукцию, а тут не урожай. Хлебушек пришлось покупать за границей на валюту. Так вот, собрали мы общее собрание завода, и товарищ Друянов 2 часа говорил, и народ понял. И тогда завод принял заказ от заграничных фирм на 3 котла-агрегата. Работали день и ночь. Так вот, на ту валюту областей 5 прокормить можно было. А с реконструкцией завода пришлось повременить. Вот оно как дело-то было. А вы давно были на месте стройки вашей ГРЭС, Зоя Демьяновна? Знаете, в каком она состоянии? Я нет, но были наши товарищи. А перед отъездом сюда я лично беседовала с начальником строительства. Вы беседовали, а я, извините, в прошлом месяце был на месте стройки вашей ГРЭС. И должен вам сказать, кстати, без всякой радости, что дела там идут из рук вон плохо. Техника простаивает, народу не хватает, инженерная мысль на самом низком уровне. Ну, что касается народа, то мы приняли решение объявить стройку ударной. Комсомол поможет. Да комсомол-то поможет. Комсомол всегда поможет. Только и комсомолу когда-то надо помогать. А почему вы не обратились в специализированные организации, а строите доморощенными, кустарными методами? Основные монтажные работы будут проведены всесоюзными трестами. Но это уже второй этап работы. А на первом мы справимся с своими областными строительными организациями. Так это в корне неверно, дорогая Зоя Демьяновна. То, как сейчас обстоит дело, приведет строительство к авралу. Московские наши монтажники будут на втором этапе переделывать до 30% уже сделанных работ. Потому что сделаны они некачественно. Я же в этих делах собаку съем. И вот вам мой совет. Обратить вашу страсть не на выбивание котла с нашего завода, а на строительство в уверенной вам области. И как только товарищ Друянов вас терпит руководство? Или это вы передо мной такой храбрый? Любит меня руководство, любит. Знаете, бывает такой в семье баловень судьбы, всеобщий любимец. Так это я.
Вы мне много наговорили неприятного, Игорь Петрович. А мы, женщины, мстительны. Не боитесь? Чего? А что я в такой набат ударю, что аж жарко вам станет. Вот прямо сегодня начну с вашего первого секретаря. Не так уж вы чисты, Игорь Петрович. Ссориться с основным поставщиком, да еще таким солидным, как я. Умно ли это, Зоя Демьяновна? Я ведь знаю истинную цель вашего приезда. По-моему, нетрудно догадаться. Ах, вы женщины. Вы не только мстительные, а вы дьявольски хитры. О чем это вы? Я ведь знаю, что вы хотите у меня попросить. И это умно, это по-настоящему дальновидно. Что вы имеете в виду? Ну, действительно, зачем лишние трудности? И в этом вопросе мы вам пойдем навстречу. Знаете, что это за список? Это 48 лучших работников нашего завода. Квалифицированнейшие техники. Строители и инженеры. Все они готовы хоть завтра отправиться в вашу благословенную Богом область и, засучив рукава, приступить к строительству ГРЭС. Выигрыш колоссальный. Те месяцы, которые мы просим на доведение котла Березовского, компенсируются бесперебойностью в установке, монтаже и пуске котла. А чтоб это было так, вот вам наши люди. Угадал я вашу просьбу? Мне кажется, я теперь понимаю, почему вас любит руководство. Любит. Любит меня руководство. Любит. Дорогой Михаил Александрович, я не критик, я зритель, проходчик, метростроевец. Все фильмы я подразделяю на три категории: хорошие, плохие и те, на которых плачут. На ваших плачут. Женщины глазами, а мужчины сердцем. Михаил Александрович, вот о чем я думаю. Актер может отдавать людям только то, что сам когда-то получил от людей, от жизни. Каждое ваше выступление – это излучение огромных человеческих чувств.